Журналисты нашего канала продолжают рассказывать о людях, которые посвятили себя государственной службе. Герой сегодняшнего выпуска – аким села Житикши Нурлыбек Абдрахманов. Он уже 17 лет работает госслужащим. Больше о его работе расскажем далее. Аким села Житикши Нурлыбек Абдрахманов был избран в сентябре прошлого года. За это время решены многие проблемные вопросы. Ведется планомерная работа по улучшению благосостояния населения. Самое главное – это обеспечение населения качественной питьевой водой. На эти цели из бюджета выделено 805 миллионов тенге. В настоящее время самое важное – это вода. На данный момент у нас есть свет. После выборов мы работаем напрямую с народом, у которого очень большое доверие, а у нас ответственность перед ними. Герой нашего сюжета с 2004 года на государственной службе. Свою трудовую деятельность начал в отделе сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области. По инициативе главы государства сельские акимы теперь избираются народом. В прошлом году в Павлодарской области были избраны 55 акимов. В мае 2021 года глава государства внес изменения в закон о выборах в Республике Казахстан. Если раньше акимы сельских округов избирались вышестоящими органами, то теперь жители будут избирать своих акимов напрямую, и это правильно. Село Житикши расположено в 15 километрах от города Павлодар. С каждым годом число жителей здесь увеличивается. В настоящее время проживает 2610 человек. Строится школа, ремонтируются дороги. Жители довольны. Аким постоянно взаимодействует с населением и оперативно решает возникающие вопросы. Евгения Мягченко, Игорь Токпан, Казаман Баймбет, Ертасакпарат.